Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Ігор Ліпсіц, професор і доктор економічних наук. Ігор Володимирович, привітаю вас. Здравствуйте. На початку нашої розмови попрошу нашу аудиторію, раптом ви не підписалися, обов'язково підпишіться на ютуб-канал «Свій час», на авторський ютуб-канал Ігоря Ліпсіца і на телеграм-канал Ігоря Ліпсіца, де багато якісної аналітики. Предлагаю начать из такого. Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Что интересно, экономика находится в состоянии значительного перегрева, масштабы которого рекордные за последние 16 лет. Об этом официально говорят лица в России, представители Центробанка. Ну и банк решил все-таки поднять ключевую ставку до 18%. Игорь Владимирович, почему сразу на 2 пункта? И поможет ли это как-то стабилизировать сейчас экономику в России? Ну, почему на 2? Потому что есть очень сильное ощущение, что инфляция не тормозит, а инфляция разгоняется. И поэтому они пытаются как-то заранее, может быть, упреждающе как-то народ запугать, чтобы не повышали цены, но это смешно, конечно. Сделать они мало что могут с инфляцией, это как бы некая такая, я бы сказал, ритуальная пляска Банка России, который пытается изобразить, что он изо всех сил подавляет инфляцию. Идея-то ведь какая, что мы поднимем ставку, соответственно, подорожают потребительские кредиты, народ будет меньше брать кредитов и не будет бежать в магазины покупать товары. Но интересно, что вот уже было несколько повышений ставок в этом году, да? А население все равно активно берет потребительские кредиты. По статистике за год объем выданных потребительских кредитов вырос в 1,5 раза. То есть народ понимает, что впереди долгая нехорошая полоса жизни России и старается прикупиться пока можно, даже несмотря на высокие ставки берут, потому что, видимо, надеются, что высокая инфляция, будет расти зарплаты и удастся погасить кредиты. Но главное успеть купить, пока хоть что-то есть в магазинах, пока еще дают кредиты, поэтому вот народ активно бежит и покупает. И мы фиксируем, что попытки Центробанка остановить рост потребительского кредитования не срабатывают. Они пытаются, но ничего не получается. Набиуллина говорит, что рост спроса на кредиты превосходит все наши оценки. Мы не ожидали, что так будет. То есть вы это связываете с тем, что такая есть, ну не то что паника, но предположение, что лучше в России быть не может. Поэтому сейчас люди пытаются, да, брать эти кредиты. Ну потому что, ну как вам сказать, исторический опыт России говорит, что когда бывает какая-то временная полоса роста благосостояния, потом он превращается в долгий спад. Народ это все понимает, народ тоже, как ни крути, понимает, что третий год идет война, конца не видно. Чем это кончится, тоже страшновато даже думать. Поэтому пока есть какая-то возможность хоть что-то купить для семьи, чем-то обзавестись, на какие-то элементы благосостояния поднять комфорт своего бытия, то народ бежит и покупает, думая, потом как-нибудь разберемся. То есть это как бы такое ожидание дальше будет хуже, поэтому надо успеть прикупиться. Народ не грубый, не глупый, поэтому, соответственно, вот эту, соответственно, истерику проявляет и лежит, покупает. И мы видим действительно рост оборота розничной торговли, рост оборота потребительского кредитования. Ну, до недавнего времени даже ипотеку брали по совершенно сумасшедшим ставкам, что вообще невозможно было представить. Но сейчас, наверное, будет торможение. А так, в общем, да, народ понимает, что впереди беда, надо успеть, ну, что называется, облагоустроить свою жизнь максимально, пока еще хоть как-то это возможно. Говорит Набиуллина, что предложение товаров и услуг будет расширяться, хотя произойдет это не так быстро, как хотелось бы. А в чем причины? Ну, быстро не получится. Понимаете, для того, чтобы я больше произвел товаров, мне нужно какую-то работу, знаете, провести. Это же не просто щелкнуть пальцами и стало больше производить. Мне нужно построить предприятие, мне нужно купить оборудование, мне нужно найти работников, научить работников. Это все так трудно и так долго, что даже вот эти слова Набиуллины, что это будет, это тоже, знаете, гипотеза, которая совсем не обязательно подтвердится. Просто потому что работников становится так мало, дефицит рабочих рук такой жесткий, что это уже начинает пугать, и в России поэтому пошли разговоры, что нужно вводить драконовские меры, чтобы женщины нарожали больше детей, а иначе Россия просто вымрет. Обсуждаются какие-то совершенно безумные проекты, я даже не хочу их цитировать, потому что они какие-то совершенно людоедские по отношению к женщинам. Но это обсуждается, потому что Россия быстро теряет рабочую силу. Дефицит рабочей силы огромный, по разным оценкам, от 2,5 до почти 5 миллионов человек не хватает.
Покрыть дефицит невозможно. Тогда как ты будешь наращивать производство товаров? У тебя рабочих рук нет. Все ушли работать на военные заводы, кто был. А других у тебя просто нет в стране, потому что дефицит рабочих рук. Поэтому картина такая, что она может надеяться, но не получится. И нарастить предложение потребительских товаров за счет импорта тоже не получается. Потому что в России, наоборот, импорт падает. Потому что очень сильно осложнились расчеты по внешнеторговым операциям. Деньги в Китай не проходят. И получается, что, в общем, ни один из источников не работает. Ни производство российское не может сильно вырасти, гражданских товаров, я повторяю, ни импорт не может вырасти. В общем, тогда какое? А денег закачивается в экономику все больше и больше через вот это финансирование военных расходов. Поэтому экономика начинает идти в разнос. Угу. Ну вот да, действительно тоже акцентируют на том, что в июне темпы промышленного производства почти втрое замедлились, достигнув самого низкого уровня за последние вообще 15 месяцев. Это получается, что у нас рост стоимости оборудования, причина как бы одна из санкций и рабочая сила. Даже не рост стоимости, а просто его добыть-то трудно, поймите, Ангелин. Значит, вот для того, чтобы, скажем, мне построить новый военный завод, мне всегда нужно прикупить какие-то станки. А станки мне нормально из европейских стран не поставляют. Значит, сейчас Россия пытается покупать, насколько мы это знаем, подержанные станки у Китая. Mm-hmm. То есть станки, которые китайцы списывают, россияне покупают и ставят, как бы говорят, у нас новый военный завод, у нас будет хорошо. Чем это кончится и сколько будет аварий, это отдельная тема. Но добыть трудно. Поэтому, что называется, дело не только в том, что это все дорожает, а дорожает, это правда, но и просто добыть тяжело. Так что тут сложная очень большая история. Потом, знаете, чтобы построить предприятие, надо же не просто возвести корпуса, поставить станки, рубильник включил, заработал. Но чтобы ты к этому предприятию подвел воду, канализацию, чтобы у тебя был запас по электроэнергии. Нет этого запаса по электроэнергии. Посмотрите, в России вылетает освещение, 600 тысяч человек сейчас на юге вылетели. Почему? Запаса мощностей нет. А вы говорите, давайте построим новое промышленное предприятие, а где же ты электроэнергию для него возьмешь? Резервов-то мощностей нету, вот картина такая. Поэтому заявить-то можно, а вот нарастить производство – это чрезвычайно сложная, если вообще решаемая задача. Кстати, вот как раз хотела с вами тоже обсудить этот вопрос по поводу мощностей. Это же причина и в том, что Россия оккупирует все новые и новые территории, подключает их, пытается подключать, да, и просто энергетика не выдерживает. Правильно? Вот можете объяснить этот момент, что там есть? Может быть, потому что я, конечно, не знаю, как там сейчас решается эта проблема, но, скорее всего, да, эти регионы подключают к энергосистемам России, потому что не в Украине же их подключают. А на самом деле, насколько там большие мощности, юг России, как вы понимаете, никаких мощных гидроэлектростанций там особо-то и нету, там тепловые и атомные. Ну вот видите, уже в Ростове-то вылетела эта электростанция, да, потому что тоже уже какие-то начались перегрузки, жара, люди включили кондиционеры, ну и все, и запаса мощности нет. Это бытовой сектор выбил электроэнергетика. Вы предлагаете построить новые промышленные предприятия, который потребляет, как вы понимаете, не столько, сколько микрорайоны, существенно больше. Поэтому, чтобы построить предприятие, надо сначала нарастить электроэнергетику, нарастить водоснабжение. У нас с водоснабжением в России тоже катастрофа. У нас плотина сыпется, дамбы рушатся, все старое, все изношенное. Вот дамба только что рухнула, так ей почти 50 лет. Насыпная дамба 50 лет назад построена. Ну, видимо, как некая времянка, потом думали что-нибудь более серьезное, но так за 50 лет не удосужились. Вот ее, значит, вода и смыла. Ну вот поэтому как бы тут водоснабжение даже добыть трудно для предприятия промышленного, да? А без этого ничего не произведешь. Так что для того, чтобы сначала что-то построить промышленное, нужно сначала построить что-то инфраструктурное. А кто это будет делать, где на это деньги? Это все такие утопические идеи. Поэтому пытаться посадить, как говорят в промышленности, новые предприятия на старую инфраструктуру – катастрофы будут. Игорь Владимирович, а почему ничего не делается? Там же не самые глупые люди сидят. Или просто они коррупционеры, и не надо ничего, они просто берут себе деньги и все. Вот это же такие банальные вещи вы говорите, такие правильные и, казалось бы, очевидные. Так это очевидно и мне, и вам. Это людям, которые думают о том, как это сделать по норму, по уму. А в России же ситуация какая? Чиновник, он же думает не как сделать по уму и как сделать по стране хорошо, а как организовать так, чтобы получить больше взяток и откатов, да? И он за, ну, как бы развитие экономики не очень отвечает, хотя формально у него такие показатели есть. Он отвечает перед начальством чем? Раньше он отвечал перед начальством явкой на выборах. Теперь отвечает количеством людей, подписавших контракт на уход в армию.
Вот это главный критерий. А там, как там улучшилось хозяйство, как поднялась экономика, это такие третьестепенные показатели. Они номинируются, они заявляются, но на самом деле это так и остаются номинальные цели, за которыми никто не следит и которые, ну, как бы никто серьезно не оценивает. Это такие разговоры, что мы там следим, как экономика растет, мы поощряем чиновников за рост экономики. Все это пустые слова. Поощряют чиновников за то, сколько людей подписали контракт. Поэтому, как видите, во всей стране идет российское повышение цены за подписание контракта. Мне народ каждый день пишет, новые рекорды сообщает. Вчера, по-моему, в Питере подняли до 1 800 000, но Москву пока не догнали. В Москве 1 900 000 за подписание контракта на службу в армии. Но уже больше 20 000 долларов только за то, чтобы ты ушел умирать. Красота. Да, да, вот, кстати, почти 2 миллиона рублей в Москве, как вы говорите. Также сохраняется ежемесячная выплата из московского бюджета в 50 000 рублей. То есть с учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий контрактник, сумма за год войны может превысить 5 200 000 рублей, утверждают в мэрии. И также в некоторых российских регионах увеличили именно размер единовременной выплаты по заключению контракта. Эти все деньги, они с резерва, получается, да, берутся или откуда? Нет, они берутся из бюджета. Соответственно, эта сумма сокращается финансирование здравоохранения, образования, культуры, науки, благоустройства. Вот это все как раз сокращается. Более того, даже если брать Москву, которая так вот щедро 1 900 000 предлагает, то бюджет Москвы уже дефицитный. То есть расходы больше, чем доходы, они пытаются взять какие-то деньги в долг, удастся ли, не знаю. Но вот картина такая, так что даже Москва, которая всегда, казалось бы, лопалась от денег, она сейчас с дефицитом городского бюджета, но все равно платит, потому что Собянина оценивает именно потому, как вот он москвичей отправляет воевать. Вот он и предлагает высокий контракт. Это главный критерий работы государственного чиновника в России сейчас. Ну, оно работает психологически вот на людей. Вот иди на войну, 5 миллионов рублей получишь. Это, правда, годовой, но цифра-то звучит. Цифра звучит. Учитывая, что какая заработная плата в России, то, конечно, эта цифра звучит. А какая, Игорь Владимирович, какая вот средняя? Ну, большинство россиян, если они не живут в Москве, они с трудом там зарабатывают 1050. Росстат дает 70 000, но это липовые цифры. За счет всякого рода редких высокооплачиваемых людей. А так, большинство людей в России живут где-то в диапазоне 30 000 до 50 000. Но вот и считайте, что 50 000 в месяц – это вот за год 600 000. То есть практически уходя на войну, ты получаешь сразу выплату, равную там, не знаю, там 9-10 годам твоей работы. В общем, такой сразу массовый выплат. Но судя по тому, что цена растет, желающих становится меньше. Если был большой поток желающих подписать контракт, цены бы не повышали. А то, что цена идет вверх и так быстро, ну, смотрите, в прошлом году в Питере платили 670 000. В этом уже практически 1 800 000, практически, ну, почти трехкратный рост, да? Значит, это значит, что людей, желающих умирать на украинском фронте, становится меньше. Значит, приходится их подкупать большей суммой. Ну, не знаю, как это будет работать. То есть дефицит, что называется, вот, ковш черпает по дну уже. Судя по всему, картинка такая. По поводу санкций. Вот мы с вами обсуждаем то, с чем сталкивается Российская Федерация, в том числе из-за санкций. Вот есть мнение, что западные санкции, они, напротив, привели к тому, что средства богатых граждан остаются внутри Российской Федерации. Мол, это провоцирует рост люксового сектора, люди переориентируются на внутренний туризм, это как бы тоже помогает российской экономике. Раньше, мол, богачи, скажем так, которые инвестировали в зарубежные товары, они оставляют свои деньги в России, это поддерживает экономическую активность, средний класс в России теперь, вот, так скажем так, оживился из-за этого. Правда ли, ну, происходят такие процессы? Не все так однозначно. Значит, первое, что да, санкции сработали, на мой взгляд, неразумно. Они действительно замкнули деньги россиян. Вместо того, чтобы помочь россиянам увести деньги и вытащить людей из России, значит, закрыли границы, деньги вернулись в Россию. И это была действительно явная помощь режиму российскому. Деньги остались в России, тратить стали в России больше. Но это не очень равномерно, потому что да, самые богатые это так и сделали, вернули деньги в Россию, но и они не очень тратят на внутренний туризм. Они предпочитают в Дубай ездить, в другие места, куда еще россиян пускают. Средний класс, да, он стал больше ездить по России, внутренний туризм
в России поднялся, хотя тоже, знаете, проблема пришла оттуда, откуда беды не ждали. Доехать надо еще как-то, знаете. Там, если ты дальше, чем на автомобиле можно доехать, то уже не очень понятно, как доберешься на какие-то дальние курорты, потому что самолетами в России нехорошо, железные дороги перегружены, так что добираться стало сложно. Но тем не менее, какой-то внутренний туризм поднялся, это правда, для среднего класса, потому что деваться больше особенно некуда. И в этом смысле, да, картина какая-то такая положительная для российской экономики от санкций возникла. Но, с другой стороны, санкции сейчас обрубают российский импорт, поэтому санкции, они по-разному работают. По одним направлениям, и никак не смешно, помогли России, а по другим создают ей огромные проблемы. Угу. Игорь Владимирович, еще такой вопрос. Мы с вами часто обсуждаем по поводу топлива в России. Сейчас говорят, что российский рынок сталкивается с нехваткой топлива бензина АИ-95. Отмечается также и, что АИ-92 растет в цене. Скажите, какая ключевая причина вот именно роста оптовых цен? Ну, насколько мы понимаем, все-таки как бы эти атаки, значит, дронов украинских сказались. Значит, видимо, произошел все-таки спад производства моторного топлива, поэтому действительно на биржевом рынке пошла довольно существенная цена вверх. Она сейчас опять достигла тех уровней, которые были в 23-м году, по осени тогда была, если помните, такая паника топливная. И тоже были очень высокие цены, их потом трудом сбивали. Вот сейчас опять догнали те уровни, которые были, значит, в конце лета 23-го года, то есть опять нарастает паника на топливном рынке. И опять обсуждается вопрос запрета экспорта моторного топлива из России. Это сокращение доходов бюджета нефтяных компаний. Так что, ну, как бы такая ситуация безрадостная. Ну, потому что, опять же, перебросить моторное топливо из Сибири в европейскую часть по железной дороге – это практически нереальная задача. Железные дороги России перегружены, и поезда еле ходят. Уже, так сказать, начинают даже российские промышленники жалуются, что российские железные дороги – это позор нации, потому что средняя скорость движения поезда, ну, как бы с грузом, где-то 4-5 километров в час. Это значит, что он постоянно стоит где-то. То есть он не едет, он стоит. Не хватает путей, и он стоит, пропускает другие поезда. Поэтому он груз везет со скоростью 4-5 километров в час. Ну, то есть вот считайте, что он 100 километров за сутки проходит. То есть когда он едет 40-50 километров, но он не все время не едет, он стоит, дороги перегружены. Поэтому перебросить большое количество, значит, дизельного и моторного, бензинового топлива, значит, в европейскую часть сложно, а в европейской части поражений, видимо, достаточно много, может быть, мы еще и не все знаем. Поэтому, конечно, возникает вот опять ситуация разбалансировки рынка топлива, и это означает, что, возможно, очень сильно пойдет вверх цена на заправках. Вот эта картина такая сейчас на России вполне надвигающаяся. А впереди опять уже сейчас август скоро, значит, начинается, значит, уборочная страда, значит, очень много нужно топлива в сельское хозяйство, плюс пока продолжаются боевые действия активные летние. Значит, армия тоже потребляет много. То есть тут возникает, судя по всему, дефицит. На менее качественное топливо россиянам придется переходить? Так знаете, а на что, собственно, был же когда-то такой 76-й бензин, так его давно не производят. Это мы еще в моей молодости ездили на 76-м, но его давно перестали. Так что на что я могу перейти? Ну, на дрова. На дрова, не на дрова. Вы что, знаете, я тут как-то поехал на север России, а там, значит, на северах стоят такие полигоны целые, забитые старыми паровозами, дровяными. Вот, на случай чего войны, чтобы расконсервировать эти паровозы и на дровах возить грузы. Так что запас паровозов есть. А автомобили на дровах, ну, давно в России не делали, конечно. Может быть, придется, но это такая сложная история. Ну, уж не знаю, что там будет. Ну, танки старые распечатывают, сейчас к паровозам тоже перейдут россияне. Танки старые кончаются, кстати, как вы понимаете. Так что тут вот насчет от них тоже не очень хорошо. Так что в этом России нарастает проблема. Слишком долгая война. И когда война такая долгая, она разрушает хозяйство целиком. Значит, растет только военно-промышленный комплекс, это как раковая опухоль, а все остальные части экономики слабеют, деградируют и разрушаются. Вот этот, собственно, процесс и идет сейчас в России. Но у нас говорят, что в россиян вообще очень большая проблема с танками, что они просто не могут в таких количествах производить.
Ну, сложно, потому что металл-то есть, металлургическая промышленность России, металл можешь поставить, но металл это же не главное, нужна, значит, система двигательная, система, значит, электроники, там много чего нужно, это все нужно нарастить, а это все достаточно сложно нарастить, потому что, повторяю, опять нет оборудования, опять нет людей. Но ты по кругу бегаешь, а с этим кругом ты ничего поделать не можешь. Еще одну хочу с вами тему обсудить. Очень интересно ваше мнение. Словацкий премьер-министр Фица в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского Лукойла. Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Словакия не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления. Это цитата, значит, словацкого премьера. Ну и напомним, что Венгрия и Словакия получили, скажем так, исключение из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился перекрыть транзит нефтепродуктов компании «Лукойл». Ну и также Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Скажите, как вам кажется, в чем причина, почему именно «Лукойл», чем это может закончиться? Ну, это, наверное, лучше к специалистам по нефтянке, так, Михаил Иванович Куртихин, он это лучше объяснит, почему. Но понятно, что сейчас Украина находится в такой сложной экономической ситуации. С одной стороны, она хочет прекратить поставки, значит, в те страны, которые, ну, дают деньги России и поддерживают Россию своими платежами за поставляемую нефть. А с другой стороны, эти страны, насколько я понимаю, Украине поставляют и моторное топливо, и электроэнергия. Это у вас сегодня болевая точка. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю это решение правительства Украины поссориться с теми, кто поставляет тебе электроэнергию. Ну, я не знаю так точно эти детальные темы, но вот, ну, надо смотреть, насколько это серьезно. Поскольку энергетика Украины разрушена, то если эти компании и Словакии, и Венгрии поставляют электроэнергию в Украину, то, наверное, лучше с ними не ссориться. Как известно, Россия использует большую часть своих нефтегазовых доходов для финансирования войны в Украине. Вот какие сейчас доходы России от экспорта нефти, они упали или есть тенденция к наращиванию? Значит, ситуация не очень понятна, потому что все время происходит что-то. То, значит, создаются условия для улучшения экспорта нефти, там дешевеет фракт кораблей, то, значит, начинаются какие-то угрозы снижение цен нефти, поэтому все не очень понятно. И какие будут картины, значит, то есть пока доходы довольно большие, они поддерживают российский бюджет, хотя они поменьше, чем ожидал Минфин, но все-таки это пока не драматично. Но на горизонте есть большие угрозы, и они связаны со следующим годом, 25-м, потому что по 25-му году есть нехорошие для России прогнозы по динамике цен на нефть, есть опасения, что она будет снижаться. Потому что по оценкам, значит, в будущем году возможно возникновение профицита, то есть избытка нефти на мировом рынке. И это, конечно, такая ситуация, которая будет подталкивать снижение цен. Посмотрим. Россия, да, живет этим, Россия кормится этим. Но она еще пытается, конечно, зарабатывать на экспорте зерна. Но Россия такая страна-самоубийца, она все время пытается себе сама испортить что-то. И она, например, сейчас пытается испортить доходы от экспорта пшеницы, запуская проект, значит, перехода государственной монополии на экспорт зерна, что, скорее всего, разрушит российское сельское хозяйство, сократит доходы от экспорта зерна. Но Россия пытается вот одновременно решать какие-то противоречивые задачи. Они, с одной стороны, экономически вроде надо зарабатывать больше, а с другой стороны, чиновники пытаются укрепить свою позицию, получить возможность брать больше взяток, ну и, соответственно, пытается все национализировать, все огосударствить и, соответственно, разрушает экономику. Таким образом тоже. Поэтому, ну, вот российский госаппарат, он в какой-то степени работает как враг России внутри России. Ну, вот такая забавная история, но это именно так. Венгрия открыла беспрепятственный въезд для граждан России и Белоруссии, то есть теперь россияне и белорусы в июле включены в программу получения национальной карты. Двухлетний это вид на жительство, можно приехать, жить, остаться, претендовать на получение постоянного вида на жительство, работать и так далее.
Сейчас Европейский Союз, скажем так, огорчен этим решением, этой инициативой. Российские шпионы также могут попасть и в Европу, теракты, мы это все слышим и так далее. Вот я все-таки хотела вас спросить с экономической точки зрения, как вам кажется, как много россиян после этого решения может покинуть Россию и насколько это будет ощутимо для российской экономики? Ну, посмотрим. Значит, вопрос состоит в том, что, насколько я понимаю, в Венгрии у самой с экономикой не очень хорошо. Я как раз знакомый сейчас уже приехал в очередной раз в Венгрию, говорит, довольно такая тусклая картинка, значительно хуже, чем в прошлые годы. То есть, как бы экономика Венгрии находится в таком состоянии довольно свободного падения, и поэтому нужны любые люди, которые приедут, привезут деньги, хоть как-то поддержать национальный внутренний рынок. Так что они поэтому, я думаю, и открыли дорогу, чтобы, ну, как бы приманить хоть каких-то туристов, которые могут к ним приехать. Так что это собственная забота о собственной экономике. Россияне, в общем, наверное, могут поехать и будут пытаться через Европу и, значит, Словакию уезжать. И так продолжается этот поток. И он, кстати, довольно большой. Причем уезжают россияне куда попало. У нас уже как бы накапливается некая статистика новой российской миграции, уже такая, знаете, значимая. Значит, по оценкам, где-то более 650 тысяч россиян покинули Россию после войны, не примирившись с войной, не примирившись с воюющей Россией. Это довольно серьезная тема. Я вам скажу, что белая миграция после вот революции была около миллиона. То есть новая российская миграция, она уже почти такая, как белая миграция. И люди разбегаются по свету. Последняя статистика пришла из Латинской Америки. Бразилия, Аргентина приняли более 150 тысяч россиян. То есть довольно много россиян не хотят жить в путинской России, покидают страну. И это, конечно, огромная беда, потому что уезжают квалифицированные люди, а заменить их будет до крайности трудно. Это некая такая история. Мы там знаем, что Германия сейчас облегчает получение возможности работы для российских врачей, ну и так далее. То есть Россия сейчас поставила себе ситуацию, когда квалифицированному человеку неохота и невозможно жить в России, он ищет любые пути, ну и, значит, если будут открыты дороги через Венгрию и Словакию, значит, они будут через эти страны выбираться, дальше искать какие-то способы где-то зацепиться. Мы тут развлекались недавно, выяснилось, что российские женщины очень лихо поехали рожать в Аргентину. В Аргентине было правило, что если ты там родил ребенка, ребенок получает гражданство Аргентины, а потом родители поедут, значит, уже получат гражданство как родители аргентинского ребенка. Поэтому россияне поехали беременеть и рожать в Аргентину. Очень такая интересная история, так сказать, эмиграция через желудок, через чрево женщин. Ну, вот такая история действительно произошла. Так что россияне, да, пытаются уехать. Если появляются дополнительные возможности, то они будут уезжать. Спасибо вам огромное, Игорь Владимирович. Ігор Ліпсіц, професор і доктор економічних наук, з нами був на зв'язку. Фахова, цікава розмова, як завжди. Будь ласка, поставте лайк нам, прокоментуйте цю розмову, якщо є питання, обов'язково напишіть нам. Підписуйтесь і, головне, бережіть себе. Дякую. Всього доброго, до свидання.